они уже улетели без меня. Они улетели, они даже не дождались. Догоню тебя, догоню. Прикольно, я не видел такую трассу. Понеслась. У-ху. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня я хочу снова все взорвать в режиме Car Crash 2. Но я хочу при этом выжить. Я попробую сегодня спастись. Но самое еще печальное в том, что я нажал какую-то кнопочку. Да, вы, наверное, спросите, почему у меня вот эта вот тачка. Я сейчас все объясню. Кстати, где моя кепочка? Где? Я не знаю, где она. Ладно. Хорошо. Смотрите, я сейчас все объясню. Я нажал вот эту кнопку. Помните? Я говорил, что у меня нет токенов. И я нажал вот этот трансфер, короче. Я не знаю, что это значило. Но теперь уже знаю. У меня пропали все деньги. Все деньги. И у меня нет тачек. У меня есть только бесплатная. Вот эти вот тачка, инвалидка какая-то. Она чуть едет. Ну, зато разворачивается хорошо, потому что у нее три колеса. И вот приходится на таком вот и кататься. Я даже не знаю, как я сегодня буду убегать от взрыва на такой тачке. Ладно, возьму, наверное, какую-нибудь другую. Ну, а пока что поехали посмотрим, как там наш реактор. Заполнена ли энергия? И потом куда-то там валить, я уже все забыл, но сейчас будем на ходу вспоминать. О, ничего себе, Бэтмобиль какой-то там, у кого такой? Ну, у меня покруче, конечно, тачка, да, завидую молча там. Так, хорошо, чуваки катаются, круто им, да, у меня такие тачки, такие попроще. Ладно, пошли вниз. Сейчас мы нажмем эту кнопку. Энергия на фуле, да, ребята. Все, давайте рванем, а потом будем выбирать тачку, да? Бьем стекла. И теперь я нажимаю! О-хо-хо! Подожди, быстро, все. В магаз, ну как в магаз, в гараж. Самолет 60 триллионов стоит. О, какая из них самая быстрая, как вы думаете? Давайте вот эту возьмем. Все, просто в спавн. И заводи, она хоть заводится? Да! Все валят, да! Смотри, все по тачкам! У кого-то тоже какая-то инвалидка. Ну, вот это нормальная точила, почти какая-то скоростная даже. Что, куда ехать? Где луч? Где луч? Чуваки, вы куда едете? Где луч? Я за вами буду. Вы знаете, куда ехать? А, вон луч. Чуваки, что-то перевернулись. А что-то луч далеко-то... То тише, живи, точила. Я же спасусь, да? Сегодня должен я спасаться. Чел, подожди, возьми на буксир, моя тачка не едет вообще почти никак. Подожди меня, хотя бы дорогу покажи. Сколько там времени осталось, я не знаю, где отсчет. Вот это он наваливает, конечно, жить хочется всем. Давай. Нитро бы мне. Ну-ка, чел, ты куда поехал? Ты не туда поехал? Вот сюда. А как сюда? Во, вот сюда. Тормози, да у нее тормозов нет. Чего мне хана, походу? Давай, газуй, родненькая. Тише, где там отсчет какой? Я не знаю, ребята. Все, нет, что? Нет, да я почти бы успел. Они уже улетели без меня. Они даже не дождались. Все, смотрим на взрыв. Все, прощайте, все, я сейчас стану угольком. Всем пока. Все, вы были на канале Cool Games. Короче, ребята, я не сбежал. Ну, в принципе, вы это уже поняли. Я вот где-то здесь, где-то там, да. Просто жесть. Я снова все рванул, но не успел сбежать. Но это не моя вина. Вообще челики даже, во-первых, не подождали никого, а просто нагло свалили сами. Но, во-вторых, у меня не было нормальной тачки, потому что я нажал вот ту кнопочку, я вам показывал. Ладно, хорошо. Получается, что реактор будет не загружен, да? Ладно, пошли. Пошли посмотрим, зайдем, проверим наш реактор. Как тут дела обстоят, все нормально? Да, энергии нет вообще. Давай врубим, чтобы заполнялось. Все, давай. О, это долго будет. Поэтому предлагаю... Знаете, что я предлагаю? Чуваки пришли посмотреть, кто это все взорвал. Типа, давай-ка мы сейчас его тут темный устроим. Побьем, чтобы больше так не делал. Это миллионеры, да. Короче, чуваки, это не я. Я пришел, здесь все так было. И это кто-то сделал, да. Найдите его и побейте. Я пошел, ребята. У меня нет нормальных тачек, хотя... У меня были миллиарды, вы помните? Ничего нету. Ну, я надеюсь, что у меня хотя бы токены появятся, что я там нажал на эту кнопочку, там, не знаю для чего. Пошли, значит, что мы сделаем? Мы купим денег. Да, мы купим денег. Давайте я куплю, сейчас посмотрю еще, что тут у нас, 25 миллионов. А давайте я, знаете что, куплю 1 миллиард. 1 миллиард куплю. Нет, много. Да, не буду покупать 1 миллиард. Давайте куплю 25 миллионов. Все, ребята, 100 миллионов. Да что тут такие цены, что хочется все покупать? Типа, знаете, разница небольшая, а денег-то много. Ладно, 25 я покупаю. Все, ребята, я разблокировал. Я купил 25 миллионов. Теперь я смог бы, наверное, и свалить. Давайте посмотрим, что мне доступно. Так, 25 миллионов.
миллионов. Это где предел мой? Есть бетоновоз вот этот. Нормально. А скоростная тачка есть какая-нибудь? Какая у нас скоростная, ребят, за эти деньги? Вот это крутая. О, вот это какая-то прикольная. Смотрите. То, это хот-род как будто какой. Давай попробуем. Ну да, спасибо, спасибо. Как мне ехать теперь? Ладно, я знаю, что я могу перевернуться. Так, сигнал. Ну, сигнал такой себе. О, а ну, в принципе, она неплохая. Ну, как сказать. Вроде бы едет неплохо. Вроде бы едет неплохо. Фары, все как положено. Давай мы ее бахнем. Сколько за нее дают денег? Ну, 6 тысяч, что ли? Что-то маловато, маловато. Так, ну, сейчас мы ее, наверное, значит, за куда-нибудь затянем. О, у нее огонь. Она при переключениях огонь делает, да? О, чел, можно я к тебе заеду? У тебя там уже все пилы работают, чтобы мне не мило... Это, самому туда не лезть. О, залетай, давай. Куда ты, конвейер? Ты умеешь пользоваться вообще? Врубишь ты, ну что ты, я приехал. Ай, короче, поехали отсюда. Давай, садись за руль. Сади, как сесть? Ей хана может уже? Да ну, я уезжаю отсюда. Чел, что ты сделал? Пойду-ка я за пульт сяду сам. А, не, все нормально, он разобрался. Так, ну что, давай наблюдать. Что будет сейчас с моей точилой, ребята? Ох, понеслась. А потом ее в конце спалят, да? Так, круто. Ну что, деньги дают, тысячи идут, да. Все сгорело, моя сгорела. А вот эту что-то они пощадили. Нажмем на эту кнопку на всякий случай просто. Просто, да, нажимайся ты. Да что ты? Все, не знаю, что-то не хочешь нажиматься, эта кнопка. Тык. Ладно, все, пошли отсюда. Пошли, они, мне кажется, не умеют пользоваться этим оборудованием. Я на месте иду. Короче, залетаем в магазин. Это была не очень хорошая тачка, поэтому я ее сжег. О, это что, бумер какой-то? Да, это похоже на BMW X5. Ну, M, да, X5. Кстати, все написано, что я придумываю. X5, ребята. Ну, в принципе, не прикольно. Давай вот это лучше возьмем. Это какой-то такой, короче, muscle car. Давай мы его и возьмем. Покатаемся на нем. Смотрите, сзади динамики. А, сигнал. О, прикольный сигнал. Погнали. Так, чуваки, здесь катаются. Ну давай, что это у нас тут такое? О, а что это за трасса? А так можно было? Подожди, назад. Подожди, давай стартанем. Ну давай-ка, сейчас мы уделаем всех здесь. Но это не точно, конечно. А когда стартовать нужно? Светофор готов? Давай. А что нажать нужно? Гоу. Че там? Все, понеслась. Эй, ты это фальстарт был. Я тебя догоню все равно сейчас. Давай. Догоню. Прикольно, я не видел такую трассу. Да, едь туда, едь. Кто быстрее? Конечно же я. Так, все. Ой, что ты так слабо ездишь-то? Я даже не знаю, как так. Я его проехал быстро. Даже не заметил. Полиция? Кого тут? Какая полиция? Вы серьезно? Давай. А финиш где? Наверху вон там? Ой. Тише. Чел, да я тебя обгоню все равно. Потому что я очень быстро езжу, да. Скажем это так. А финиш, смотрите, финиш-то нужно с горы с этой свалиться, ну, с трамплина. Ну, давай. Эй, еще за... Эй, чел, да это нечестно вообще было как-то. Как мне теперь ехать на этой тачке вот, ну? Ну, ладно, поехали. Она круче так смотрится. Знаете, на ламбу похоже, да, и такая расцветка. Ребята, это уже как ламба. Два фильтра нулевого сопротивления, нормально. Хорошо, прикольная тачка, мне понравилась такая ламба. Но, оказывается, за 25 миллионов здесь толком ничего и нету. Нужно было брать дороже что-то. Сейчас в стенку бахнусь. Так. Давай заморозим, чтобы сохранилось получше. Заморозочка, все, наутиль. Денег мало дают, на самом деле, ну, как-то, хотя нормально, в принципе, дают. Я уже почти 26 миллионов у меня. Давай. Все, и теперь ломиком доделываем все. Все, разобралось. Оба, буханка поехала. Нормально. Короче, пошли в реактор, сходим, сейчас проверим. Но он, наверное, еще долго будет заряжаться там. Нет, ну-ка попробуем. Нет, не работает. Ладно, ребята, походу сегодня я не свалю. Хотя у меня был план свалить, но все планы поломала вот эта кнопочка, которую я нажал. И все продалось. Хорошо, давайте мы тогда еще возьмем тачку и просто ее раскромсаем, чтобы на душе стало легче. Какую тачку? Так, смотрим. Ой, что-то я совсем мало денег купил. Нужно было миллиарды покупать. Когда-то у меня были миллиарды. Ладно, давай вот этот бетоновоз и пойдем его просто развалим. Так, о, вот это другое дело. Вот это совсем другое дело. Я настоящий водитель бетоновоза. Ну да, все логично. Погнали. Куда погнали? Что такое? А что нужно, чтобы сюда... О, у нее даже тормоза все шипят, как положено. Премиум. Крашер. А как мне получить ядерную бомбу? Как мне получить премиум? Ладно. Ничего себе ты ездишь, чел!
У него тачка развалилась, он дальше поехал. Вот это да, безумные ребята. О, миниган. Вот, мы и расстреляем этот бензовоз, да? Да. Знаете, такой успокоительный. Да еды ты. Бензовоз тут не едет, поэтому я хочу еще быстрее его расстрелять. Все, все, ребята. Сейчас будет хана бензовозику. Ну что, ребятки, посмотрим, что этот миниган сделает с бетоновозом. Миксером. Так, это что у нас? Включить миниган. Давай, включим просто и все. Понеслась! Ху-ху! Ну что, все? Больше ты бетон не будешь возить, машинка. На свалку. На свалку. А меня пристрелить сможет? Оу! Я понял. Все, больше не буду проверять. Короче, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Чуть-чуть не получилось мне сегодня выжить, но я был близко. Я был близко. Теперь у меня есть получше тачки. В следующий раз я по-любому выживу. И свалю отсюда на вертолете, и мы будем с воздуха наблюдать, как здесь все рванет, все взорвется. Ну а на сегодня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.